Сейчас эти и другие новости подробнее. Руководители и врачи женских консультаций Подмосковья встретились в Люберцах. Поводом стал семинар по организации эффективной работы этих медицинских учреждений. Его главная тема – методы повышения рождаемости. Это один из актуальных вопросов современности. Врачи отмечают, что лучший возраст для рождения ребенка от 20 до 25 лет. Однако уложиться в эти сроки молодые люди сегодня не спешат. Наши молодые люди стараются получить профессию, потом как-то немножко себя реализовать в этой профессии для того, чтобы получить еще какие-то свои материальные блага. И только к 30 годам, к огромному сожалению, они ставят вопрос о рождении ребенка. И к этому моменту уже наступает такой период, когда есть масса всевозможных сопровождающих заболеваний и проблем, которые не дают возможности реализовать себя сразу. Обеспечить повышение рождаемости поможет профилактика абортов. Их становится меньше, но опускать руки врачам пока рано. Работу по их предотвращению нужно продолжать. Также в рамках семинара врачи обсудили необходимость пропаганды многодетности. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.